Дорогие друзья, международная акция «Чистый берег», экологическая, одна из самых масштабных, между прочим, общественных эколого-просветительских акций, в которой совместно с уборкой прибрежных территорий организованы экологические квесты и образовательные станции. Началась очень давно, и проходит она с 2014 года. Первая акция прошла в рамках международного проекта 2014 год, год Финского залива. Вот так вот. На ней было собрано более 100 мешков мусора. Спасибо, что вы выбрали свое время и приехали к нам. На самом деле мы благодарны организаторам, это «Северный поток-2» и те, кто организовал сегодняшнюю встречу. Ведь главное не только убирать мусор, где он появился, а поймать, так скажем, его там, где он образовался. Я хочу сказать, что очень много разноплановых мероприятий, которые проходят в сфере экологии на территории нашего района. Доброе утро всем участникам. Really good event today. Together with my colleagues from Nord Stream 2 and together with all of you. Я очень рада и горжусь тем, что я участвую, принимаю участие сегодня в этой кампании вместе с вами, вместе со своими коллегами из компании Nord Stream 2. Thank you very much for being here with us. Спасибо, что вы сегодня здесь с нами. И в рамках нашей экологической стратегии, стратегии экологических и социальных инициатив, мы реализуем большое количество партнерских программ для поддержания чистоты и природы. И мы хотели бы внести свой вклад в поддержание уникальной природы, как Курганского заказника, сегодня и для последующих поколений. Удачи всем нам! Спасибо большое! Располагалась древняя... Да, если тут муха... А дальше 60 видов млекопитающих. Все грустно с людьми. Продолжительность жизни падает, здоровье ухудшается, все уже на это забили, никто не обращает внимания. У вас сейчас задача нас по одному из таких частых поводов убедить в том, что какой-то там параметр здорового образа жизни, он полезен. Крутится электричество.
вырабатывается, поезд едет. Цветы. Так как это будущее, то цветы вырабатывают запах, и от этого запаха оно все приходит в движение. Понимаете? Вот, но это же будущее. Люди выведут такие цветы, которые за счет запаха будут вырабатывать энергию. Понимаете? Вы сами дома занимаетесь раздельным мусором? Да, конечно. Но насколько это сложно? Ну, вообще не сложно, на самом деле. Главное все организовать, подготовить место для каждого вида сырья и место для хранения, потому что я сдаю один раз в месяц, и поэтому особых у меня нет сложностей. Я храню на балконе, и это все чистое, это не пахнет, и я уверена в том, что это переработается. Было такое желание найти мусор, как сегодня? Еще в жизни было когда-нибудь такое? Было. Было? Да. А с чем это я связано? Я не первый раз принимаю участие в таких акциях. А, ну только в акциях. Мы больше в субботник у нас в Монгольде. По инициативе администрации проводим. Вот там тоже желание мусор собрать. Самое большое количество, первое место занимает Южная Америка. С результатом 55,5 баллов у нас 14 место занимает моя любимая команда Берлин. Просто их эко-генератор, все. Конечно, тут фотосессии сразу же. Прям в зале, а у нас команда Касабланка, команда Лима, аплодисменты. Команда Сеул, вы супер просто. Команда Мехико. Вита, Вена, команда Вена. Богата. Просим вас надеть, ребята, для награждения. Здорово, молодцы. Приглашаем вас еще на такие же акции, если они будут. Было так здорово увидеть большое количество людей, которые поддерживают нас. Людей со всего Кингисеппского района. Thanks a lot on behalf of Nord Stream 2. Спасибо большое от лица компании Nord Stream 2. И небольшой подарок, справочник.